На сегодняшний день мы обеспечиваем почти 89,5%, если точно, процентов нуждающихся студентов местом в общежитии. А в отдельных областях приближаемся к 100%. В этом направлении будем двигаться и в будущей пятилетке. С общежитиями студентов мы разберемся, каждый студент будет иметь свое место в общежитии. Наша гордость, как я уже сказал, студенческая деревня в Минске. Это современнейший комплекс, почти на 10 тысяч мест. Общежитие в нем по условиям проживания теперь на уровне отеля. Пусть трехзвездочного, но отеля.